имя, у каждой свое, и история успеха у них разная. Яхты иногородних гостей прибыли в Ульяновский яхт-клуб в Левобережье, чтобы рассекать волны на всероссийских соревнованиях по парусному спорту. Столичный спортсмен Иван Левин рассказал историю создания своего победоносного судна. Моя лодка, она не моя личная, а организация, в которой я работаю тренером по парусному спорту. Вот, она у нас детская, вот, и у нас традиция, у нас все лодки называют дети. Вот, а все названия берут из книг Владислава Петровича Крапивина. Вот, у нас крапивинский отряд, вот, отряд «Флагман». Вот, и дети называли вот так нашу лодку. «Тремолино», но это с итальянского, там ветер определенный. На официальной церемонии открытия организаторы рассказали о правилах соревнований. Они должны соблюдаться неукоснительно, иначе можно вылететь с гонки. Ну, например, одна яхта идет правым галсом, а другая левым. Значит, яхта левого галса должна сторониться яхты правого галса. Если она этого не делает и вынуждает яхту, имеющую право дороги, изменить курс, то яхта левого галса будет дисквалифицирована. Приехали именитые экипажи со всей России. Призеры чемпионата мира 2019-го, победители чемпионата России и Кубка России того же года, а также призеры чемпионата и Кубка России 2021-го. Ульяновцы не боятся сражаться с маститыми соперниками. На яхту-землячку с озвученным именем экипаж пригласил нашу съемочную группу, чтобы привлечь удачу. Яхтсмены из 12 городов страны уже вышли на большую воду. Погода стоит чудесная, ветер от 3 до 6 метров в секунду. Самое то, чтобы идти под парусом. А мы сейчас находимся на яхте «Адонис» с ульяновской командой. Капитана зовут Станислав. Называть фамилию и беседовать с нами он отказался. Был сосредоточен на деле. А вот самая младшая спортсменка этой команды, 17-летняя Амина Галимова, рассказала о своем пути под парусом. Несмотря на юный возраст, список соревнований внушительный. На спорт я попала совершенно случайно. Я до этого занималась очень долгое время греблей. И вот, то есть, получается, у нашего тренера была яхта. И как-то в шутку я сказала, что «А можно с вами на гонке?» Ну, вот так и осталось. В соревнованиях каких еще участвовали? Ну, я участвовала в Кубке Дмитрия Кульбицкого, в ежегодных регатах «Огни Венца», да и просто много гонок было. Открытие регаты и старт первой гонки состоялись. Далее на протяжении еще 2 дней лучшие экипажи страны в классе микро будут соревноваться друг с другом за победу. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.